Привет, девчонки! Я вам покажу, как легким способом с помощью вот такой плойки можно сделать офигительные кудри. Девчонки, если у вас прямые волосы, но вам хочется как-то принарядить себя, выглядеть нарядно, то этот способ для вас. Для начала нам нужно расчесать свои волосы предварительно. Хорошо так расчесываю. И, девочки, этот трюк мы выполняем в хвосте. То есть мы будем делать локоны в хвосте. Да. Делаем очень высокий хвост. Не сзади, а где-то примерно посерединке. Где-то примерно вот такой высоты. И завязываем не туго, но где-то я завязываю на 2. И у нас вот такущий хвост. То, что с петухами, это не важно, это нам не мешает. Итак, хвост мы берем вперед и отделяем несколько волос пальчиками. Вот, да. И то, что мы отделили назад, а это мы прикрепляем плойкой, накручиваем. Берем и накручиваю. Вот, первый локон. Берем дальше. Что мы делаем дальше? Мы быстренько снимаем. Кудри идут назад, пусть они там как хотят. Берем, опять отделяем несколько, ну уже побольше берем, да. Закрепляем. Эти уже у нас впереди, мы их разделяем на несколько прядей. И тем же самым способом. Итак, мы продолжаем делать со всеми волосами. Последняя. Ну что, в принципе, можно и так идти, кому нравится. Мне очень нравится, когда вот так прям. Вы хотите сказать, и что я сделала? И как тут такие красивые локоны могут получиться? А я вам скажу. У нас в хвосте выглядит они так. Симпатично, да? Для чего мы хвост завязали не туго? Для того, чтобы мы могли с легкостью снять и получить свои кудри.
Вот. Они получаются у нас не во всю голову, а только половину, так как мы делали хвосте. Но, согласитесь, уже смотрится симпатично. И последний штрих я делаю здесь. Беру прядку и слегка ее вот так проложу. Оп. И с этой стороны то же самое. Ну что, наши кудряшки готовы. Для фиксации вы можете залить их лаком, но я этого делать не буду, так как у меня волосы держат кудри. Какие-то кудри вы можете рассоединить для более объема. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео.